Во дворце спорта в Лужниках состоялся большой спортивный праздник для делегатов 25-го съезда КПСС. На нем присутствовали руководители партии и правительства. Чемпионы и рекордсмены Олимпийских игр вручают генеральному секретарю ЦК КПСС товарищу Брежневу рапорт советских спортсменов. Праздник стал настоящим смотром молодости, красоты и силы. Среди выступавших на этом празднике были и олимпийские чемпионы Пахомова и Гашко. Надолго запомнится этот красочный спортивный праздник.